Как он туда попал? Там танк в текстурах застрял. Ой, блядь, боже, а. Сука. А, там два борща! Не-не-не-не-не-не-не-не. Да, к черту согласен. Да пиздец. Так, заряжающий, то мих вот. Блин, я какой-то забор взорвал, твою мать! Меня кто-то еще и фугасами гасит. Ну что тут сказать? Мехвод уже был контужен, зачем еще раз об этом говорить? Там просто челик устал под моим окном, блядь. Никает. Блин, это реально смешно сейчас было. Он реально как будто тебе в окно херачит прям. Блин, наши пути с тиммейтами разошлись. Один сейчас пошел налево, вниз, второй пошел прямо, третий пошел направо. Четвертый пошел на... Средний был не так не сяк, младший вовсе был. Дебил. Ну, надсосал. Я заметил. Теперь как бы мне не отсосать. А, слышь, у них КВ-2, короче. Знаешь, что? ДПМный? Он это, ДПМный, да. Ну и слава богу. Не, это плохо, наоборот. Нихуя себе, я сейчас чуть не перевернулся. Я стою, гашу и переворачиваюсь. Вот ты суча драная. Ну давай, турбанись сюда, я тебя трахну. Как, блядь, летается, заебал. Хорош. А вон он, смотри-ка. Сейчас понаставили всякого фейкового говна.
Я сам охуел, честно тебе скажу. А, блядь! А! А, как я не догадался, блядь. Чё там? Моя следующая пушка шестая. Знаешь, что она тебе обновляет? Ничего, блядь. Стоит 7 тысяч. Ладно, это смешно. Ну все, вы отсосали. 2-1. Хуй. Это был дорогой патрон. Я обязан был его пробить. Бей Руди ради Христа. Руди Христа. Давай, поехали. Сгорел. Ну Йох мог бы и развернуться и убить, блядь. Придурок, тебе в жопу только что гасили, блин, полчаса. Сейчас тебе в жопу будут гасить. У тебя уже в жопу смотрят, да? Хуёво. Ну я газ жму просто вот до отказа. Ай, похуй. Ты смотри, как он заглубился. Я хочу вот эту вот хуйню. А хуй эту хуйню. Справа это 69, я сейчас трахну, Саня, блядь. Найс, ебать ты пожар опасный. Как гусь, типа га-га-га. У меня типа заорал га, и все, и пропал. Поехали! Ну, бля! Я, блядь, зарядил дорогой! Бегу стилить, блядь! Этот стоит, блядь! Заблудился. Заблудчик. Хера, ну, ты что-то вообще... Правда, контужен. Рядом даже выстрелил. Так ты понял, у меня бинокль контужен и наведение. Когда ты их блочишь или въебываешься, они останавливаются, да. И думают, чтобы на это сделать. Знаешь, кого напоминает? Червячков из Вормс, короче. Они когда гасанут, типа похоже, с дробовика, у них над ними вопросик загорается, и они типа стоят еще где-то секунду, думают, чтобы гасануть второй раз. Ебать, мне там в очко въехали, у меня там как будто оторвало пол танка, судя по звуку. Не понял. Ты понял, когда это сука? Понял? Смотри, у Першинка две башни. Башни-близнецы.
Ты видел, куда у него патрон попал? Пушку? Да, ну в башню вот в эту. Она типа задымилась, когда он гасанул.